Сейчас прибор показывает примерно 150 импульсов в минуту на квадратный сантиметр. Импульсов в минуту. Как только подношу вот к этой березе, счетчик улетает до 1000 импульсов в секунду. Девятьсот пятьдесят восемь, 957 под 1000. Замер другим прибором показал, что бета, ну, таких импульс 1 к 5, что здесь примерно 120 распадов в минуту на квадратный сантиметр чистого бета-излучения. 88.50 здесь показывает всего лишь 10 микрорентген в час или 0,1 микродиверта в час.